Дорогие женщины, мне хочется вас поприветствовать в этом прекрасном месте, в нашем местном роддоме. Разрешите от имени горисполкома, от имени отдела по делам молодежи и спорта поздравить вас с наступающим праздником, Днем молодежи, пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, прежде всего. Для начала много молока кормить своих деток. И я считаю, в общем-то, дорогие женщины, что вы в наше время, в общем-то, героини, я так думаю, что в такое тяжелое экономическое время рожать детей, пополнять наш генофонд, который так, в общем-то, скудел, я считаю, это геройство. А сейчас мы с вами видим малыша, маму которого мы сейчас поздравляли с рождением этого прекрасного мальчика. Это блоха Ирина Алексеевна. Ей всего лишь 17 лет. И вот лежит ее прекрасный мальчик, гражданин нашего города. По рекомендации работников роддома мы хотим поздравить эту маленькую девочку, которая всего лишь 3 дня от роду, но она уже брошенный ребенок. И мы вручаем этот подарок от имени исполкома и заведующей универмагом Нелли Николаевны, Наталье Васильевне, заведующей роддома. Мы надеемся, что эта девочка все-таки когда-то найдет своих настоящих родителей, хороших родителей, которые ей будут ее любить, будут ей верны, и она ответит им тем же. Наталья Васильевна, примите этот подарок от нас, пожалуйста. Передайте его тем родителям, которые решатся ее взять. Она вот так смотрит на меня, поглядывает. Маленькая такая красивая девочка. Я никогда не поверю, что та женщина, которая ее родила, никогда больше о ней не вспомнит. Рано или поздно это будут и бессонные ночи, и слезы, и раскаяние. Так вот, хотелось бы, чтобы как можно меньше было ошибок в этой прекрасной паре юности, молодости. Праздник прошел у нас, и демонстрация прошли более многочисленно. Первое время было то, что где-то мы начинались, так взять, 93-й год, 92-й, 93-й год. У нас было где-то 100-150 человек. На сегодняшний день мы на эту демонстрацию провели уже в пределах где-то 3 с лишним тысячи человек, и митинг прошел. Вот. Не вылился ли эта демонстрация, этот праздник, в праздник старшего поколения? Нет. Если кто наблюдал, со стороны смотрел, очень было много молодежи. Приняли участие даже, хочется, кажется, сказать так, и дети, то есть с родителями пришли, внуки пришли со своими дедушками, бабушками, правильно. Да, в основном, конечно, было это старшее поколение, но это, вы знаете, традиционный праздник. И для всех он, независимо, какого поколения он, но люди пришли все. Были представители у нас с Динасова завода, с локомотивного депо были, представители были западного региона, вот этот у нас завод находится, там КПД, вот эти все. То есть те, которые проживают вот в этом районе, в центре города. Было очень людей, много из этих, с микрорайонов, западный, южный. Солнечный, Шахтерский. То есть в этом году этот праздник. Тем более, то, что нам очень хорошо благоприятствовала и погода. Мы с
вами находимся на участке, где ведется сбор черной смородины. Сорт сеянец голубки. Эта смородина обещает нам дать урожай 20-25 центнер. Сбор идет массовый. Принимает активное участие в сборе этой продукции городское население города Красноармейска. Основной потребитель был город, жители города. Но в настоящее время, так как покупная способность резко уменьшилась, гостроволя исчезла. Эту продукцию ведем мы в другие города. Даем частным предпринимателям или бизнесменам, коммерческим структурам и везем на переработку в Совхоз-Лозаватский. Понятно. А вот городское население собирают, вы как-то им оплачиваете этот труд или же натурально? Все люди, занятые на уборке ягодных культур, черной смородины, мы выплачиваем им 20% собранной продукции. А кроме смородины, что еще выращиваете? Кроме смородины мы выращиваем красную смородину, выращиваем вишню, черешню, сливу, яблоки. А вишня, черешня радуют в этом году урожаем или же? Черешня урожай очень хороший. По сравнению с прошлым годом 1,5 раза урожай выше. Качество отменное. Так же само очень затруднена реализация благодаря только коммерческим структурам, предпринимателям. Ведет реализация, неплохо идет реализация. В настоящее время уже собрано 80 тонн. Я сегодня первый раз пришла, но я пришла в 5 утра, уже сдала 16 килограмм. 9 часов, еще думаю, пару ведер сорвать. В общем, 2 килограмма вы домой, наверное, соберете. Ну что вы, килограмм 6-7 я отнесу. Поэтому нам 10 килограмм дают нам 2 килограмма. Поэтому я думаю, я уже 16 сдала, еще думаю сдать. Вы считаете, это выгоднее, чем купить на рынке? Конечно, это выгодно во всех отношениях, даже за здоровье поработать. А в отношении выгодно. Труда, ведь это же на солнце целый день все-таки. Вы знаете, но если прийти пораньше в 5 утра, или для здоровья даже очень полезно. Скажите, вы давно занимаетесь сбором смородины? Нет, первый раз. Сегодня первый раз? Да. Сколько надеетесь собрать? Пока собрали 50 килограмм. Вот мы с семьей, да? Да, это дочка вот пригласила. Это вы считаете, это лучше здесь собрать или на рынке купить? Выгоднее? Да нет, лучше здесь собрать уже и свежее, и помочь вот с колхозом. Но это же тяжело. Да нет, ничего. Мы с 5 утра. Есть люди, которые лучше потратить деньги вложить. С 5 утра вот нормально. И до вечера? Как получится, да после обеда, да. Спасибо килограмм большое. 50 мы это соберем. Да, желаем вам собрать и больше. Спасибо. По своим экологическим последствиям Чернобыльская катастрофа не имеет аналогов. Но самое страшное, что в заложниках разыгравшейся трагедии оказались люди. И те, кто бесстрашно шагнул навстречу смертельной опасности, и те, кто жил и работал, не зная о том, какая участь их ждет. Руководство города делает все возможное, чтобы чернобыльцы не были обделены заботой и вниманием, чтобы каждый из них, оставивший каплю своей жизни на ЧАЭС и ощутивший горечь жизни, почувствовал ее радость. С этой целью и был проведен марафон «Колокола Чернобыля», который состоялся 26 апреля в ДК имени Ленина. Этот день всегда будет объединять всех живых одним воспоминанием, одной надеждой. Это боль и муки не только Украины, но и всего мира. Со школьного двора под
стареющего вальса. Учитель нас проводит до угла, и вновь назад, и вновь ему с утра. Встречай, учи, и снова расставайся, когда уйдем со школы. Пройди по тихим школьным этажам, здесь прожито и понято немало. Был голос робок, мел в руке дрожал, но ты домой... Этому празднику нет цены и нет сравнения. Наверное, из года в год он будет таким же прекрасным, таким же духом. Да, вы знаете, как неудивительно. Это сочетание молодости с желанием жить хорошо. И тяга к учебе возрастает, как неудивительно. А как вы считаете, отличаются ли выпускники прошлого года, этого года, это разных годов? Вы знаете, отличаются. Сегодняшние посерьезней, позадумчивей. Они больше, вы знаете, думают... Как завтра жить, чем раньше думали, а папа с мамой обеспечат будущее. Нужно ли сказать, что это наше будущее? Я думаю, что да. В этом у меня нет сомнений. И хорошее будущее. И хорошее.